Встречайте! Специальное предложение только сегодняшнего дня. Бренд Ларичи предлагает вашему вниманию костюм Снежана. Да, именно костюм. И два цвета на выбор. Сегодня можно выбрать цвет, но не нужно выбирать верх или низ, низ или верх. Это полный комплект для вашего полного тепла. Цена только сегодня. Успейте заказать. Партия ограничена. Два цвета. Синий сейчас на ваших экранах с вкраплением голубого и бирюзового принта. И черный с бирюзово-желтым принтом. Вот такие потрясающие у нас цвета, вот такой выбор есть сейчас. И тот, и другой цвет пока представлен во всех размерах. Итак, у нас размеры до 58-го. Мне это очень нравится, потому что, Лер, когда приходишь в магазины специализированные, где продаются горнолыжные костюмы, там, во-первых, цены зашкаливают. 15-20 тысяч рублей. Это минимальные цены, можете проверить. И самое главное, там размеры до 50-го. У нас до 58-го. И это радует действительно больше всего. Действительно радует, особенно учитывая, что мы с вами выбираем по-настоящему теплый костюм. Чем хороши распродажи? Можно выбрать вещи настоящие, сезонные. И дело здесь не только в меховой опушке, которую мы с вами видим. Дело здесь еще и в утеплителе, который используется. Здесь у нас с вами используется утеплитель Fibertech. И не просто Fibertech, а двойной Fibertech. Что такое Fibertech вообще сам по себе? Вот он, посмотрите. Fibertech – это полный аналог натурального пуха. Такой же теплый, такой же легкий, но гипоаллергенный. Никакого запаха неприятного нет. Стирается в стиральной машинке, не оставляет комочков. При этом был разработан для альпинистов и для спортсменов. Поэтому выдерживает температуры до минус 30 градусов. Самые сильные морозы не страшны такому костюму. Минус 30 градусов. Ты понимаешь, что мы можем вообще на улице находиться 24 часа в сутки и не замерзать. Это здорово. Потому что я, например, когда гуляю с детьми, с мужем, я самой первой домой начинаю проситься. У меня все замерзает, и нос, и все на свете. И мне холодно, хочется быстрее бежать домой. Если вы хотите долгих прогулок в зимние дни, даже в минус 30 градусов, это возможно с костюмом Снежана. Слушайте, ну это потрясающе совершенно. Мы с вами выбираем элегантный, теплый костюм. Две настоящие вещи, которые нас защищают в морозы до минус 30 и не боится снежных горок и оттепели. Если вы отправитесь, например, с детьми гулять, кататься на горке в таком костюме, вы можете быть уверены, что вы не промокнете от снега. Но мы в этом давайте убедимся, дабы не быть голословными. Будем проверять наш костюм на прочность в прямом смысле слова. Давай, это очень здорово, если он не будет промокать, потому что мой костюм, который я купил лет 10 назад, вот очень теплый, но промокаемый. Так. Посмотрите, абсолютно стекает вода с этого костюма. Вот они, капельки, видите, остаются на поверхности, не проникая внутрь нашего костюма. Давай, вот это совершенно потрясающий результат. То есть вы можете быть уверены, что вы останетесь абсолютно сухими. Ну что, давайте и брюки проверять. Да вот, пожалуйста, как с гуся вода просто. Смотрите, полностью скатываются и все, капли. Кстати, я вам должна сказать, что вот это очень важно. Вот если в таких штанах отправляться на прогулку с детьми, вот так же вот кататься на горке, можете быть уверены, что, Оль, у тебя не будет такой большой проблемы, первая домой проситься не будешь. У меня мама моя на выходные взяла детей, пошли они кататься на горку, решила, наверное, 70 лет вспомнить детство, и решила скатиться. Скатилась, потом встала и сказала: дети, домой. Потому что вся пятая точка промокла полностью, у нее не было такого костюма. Если вы хотите чувствовать себя защищенной, если вы выбираете максимальное утепление, мы предлагаем для вас и куртку, и брюки. Кстати, давай вот про брюки сейчас поговорим. Давай. Потому что чаще всего на нашем телеканале можно купить именно куртку, пальто, там, дубленку, шубу. А вот чтобы еще и брюки с Fibertech, это, конечно, редкость. У нас костюм, давайте посмотрим на брюки. Да, кстати. Давайте посмотрим на брюки и выберем ваш размер сразу же. Что касаемо размера, смотрите, у нас в этом костюме размеры одинарные. Ну, то есть, например, вот это размер 52. И значит, что мы с вами делаем? Выбираем по своему большему размеру. Если 52 – это ваш максимальный размер, берем его. Брюки сядут идеально на любую фигуру. Прямой крой у нас с вами и эластичная лента в талии. При этом, при всем,
причем у брюк очень высокая посадка, как и положено теплым брюкам. Посмотрите, они доходят практически до груди, закрывают полностью поясницу, живот, почки, все наши с вами жизненно важные органы. Поэтому, выбирая для себя вот такой костюм, вот с этими высокими брюками, вы точно можете уверены быть, что будете в тепле и защите. Прекрасно. Высокая посадка, это, конечно, сейчас на вес золота. Потому что чаще всего производители почему-то шьют все время, знаете, такие, я вот называю, у меня даже термин есть, подживотники. Вот заканчивается посадка под животом. Никто не думает о том, что зимой особенно нам важна высокая посадка. Нам нужно держать женские органы в тепле, почки в тепле, в конце концов. Бренд Ларичи, вот мне тем и нравится, что шьет нормальные изделия, которые предназначены для всех фигур и, ну, продуманные действительно до мелочей. Слушай, давай вот еще с тобой обговорим стройность, да? Когда мы выбираем для себя тепло и сверху, и снизу, мы понимаем, что мы теперь будем колобками, ну и что, зато тепло. Я смотрю на девочек, на наших моделей, они совершенно не полные, правда? Абсолютно нет. Смотри, как работает этот костюм. У нас куртка полуприталенного силуэта, брюки прямые. Этот силуэт позволяет вытянуть нам с вами фигуру. Такое ощущение, что это комбинезон. Вот сейчас на нашей Светлане мы хорошо видим. А на Марине мы с вами наблюдаем еще ко всему прочему, что этот костюм можно совершенно легко разбивать и можно носить отдельно куртку. Посмотрите, она модная, яркая, с цветочным принтом, с большим капюшоном, с меховой оторочкой совершенно шикарной, которая позволяет нам выглядеть вот так женственно и элегантно. Вот вам, пожалуйста, образ с кожаной юбкой. Прекрасно, то есть можем носить и каждый день, да, и на прогулке. А, кстати, мне очень нравится чернобурка. Это же чернобурка, правда? Ой, как это идет, Марине. Мне, кстати, тоже очень чернобурка идет. Слушай, вообще такие меха всем идут. Кстати, чернобурка у нас с вами декоративная. Это значит, что мех неприхотливый, эко-мех. И посмотрите на качество фурнитуры. Металлические кнопки крепят наш с вами ворот. Металлическая молния у нас здесь с вами центральная. Отстегивается мех, отстегивается капюшон. Вы можете получить тот костюм, который захотите именно в этот день. Ну что ж, костюм-трансформер, два цвета на выбор, размеры до 58-го. И цена только сегодня. Не пропустите, ограниченная партия.